В гостях у христианской футбольной лиги команда банка, команда с историей, команда, которая имеет характер и команда, которая, в принципе, играет долгое время, ну, может сказать, одним стал. Согласны с этим мнением? Конечно. В гостях основной, да? Мне кажется, у нас один из самых стабильных составов вообще в лиге. Ну, у нас вливаются кадры, но это делается достаточно так размеренно, скажем так. Скажите, просто, если взять вот из всех сезонов банки, да, существование команды, этот сезон, как можно оценить вот по рейтингу? Входит он в тройку или нет? В тройку сезона? Да. Всего 4 вроде было, да? Поэтому я и говорю. Да, пожалуй, в четверку он точно входит. Да не, входит, по-моему, в тройку. В прошлом году, по-моему. Так же самое, как это место. Скажите, просто, ну, сильные стороны команды банка на сегодня момент, это какие? У нас отличный коллектив, это в первую очередь. Мы, помимо того, что играем в футбол, мы все между собой в хороших приятельских, как минимум, отношениях. То есть у нас как-то такие люди со скверным характером, они у нас не приживаются априори. Поэтому, вот, мне кажется, вот, как бы, дружеские отношения в коллективе играют самую главную роль. Mm-hmm. У нас, как бы, скажите, пожалуйста, почему, ну, наверное, банально просто без, почему команда банка, команда второго тайма? То есть почему в втором тайме забивается больше голов, то есть больше результативности? Ну, я даже не знаю. Ну, в первом тайме, может, мы как-то привыкаем к сопернику, ну, они нас давят, потом у них заканчивается сила, во втором тайме у нас открывается второе дыхание, и мы начинаем давить так, как они нас давили в первом тайме, я не знаю. Можешь еще упомянуть мои мотивирующие способности перерыва. Да, Денис умеет хорошо высказать мнение о первом тайме и во втором у нас. В стиле Квартянова или нет? Или в стиле Лобановского? Нет, после Квартянова. Смотря как первый тайм сыграет. То есть у вас есть свои овчарки где-то там на привязи, да? Да. Квартивалку забирает. Иксиандр у нас есть вот из последних его первого таких, что я слышал буквально, у меня там где-то какой-то Ихтиан, и стоит вратарь, как Ихтиандр, да, не уволишь. Остап и Настя. Для его просто к тебе, пожалуйста, если взять вот команду банка, тебе по стилю на какую национальную сборную напоминает команда ваша? Греции на чемпионате Европы 2004. А с чем это связано? Почему? Кто свой там, как это, Хагипопулос или кто-то? РСТС. Хорошо пытаемся обороняться, а потом забываем. Да. Нет, уже не намекает просто, что в тот момент 2004 вот у него еще в команде не было. Скажите, у вас вратарь, ну, вот по сравнению с другими голкиперами, не настолько эмоциональный человек, да? Да. Или нет? Не настолько. Да. Ну, да, Ярик, как-то, да. Ярик в себе сдерживает эмоции, да. То есть если остальные там орут, кричат, все Ярик как бы так как-то вроде бы так. А Ярик наоборот, он за счет своей уравновешенности вносит, наверное, ну, по крайней мере, пытается вносить спокойствие больше в оборонные редуты, но культурный. Но не получается. Там получается у нас такие плюс с минусом состыковываются, наверное, я минус, поэтому немножко я все-таки баланс вношу больше. Ну а кто на данный момент занимает вот первенство самого эмоционального игрока команды? Эмоционального? Да. Я думаю, это риторический вопрос. Ключевого, да? Да, все, да, устоявшийся, поэтому. Хорошо, тогда я вопрос тебе, если взять вот автомобиль, на какую машину похожа команда банка? Есть какой-то автомобиль, там гоночная, например, грузовик? Да были. Ну я бы. Ну, Нива, может быть, знаете. Нива? Что я себя за последнюю? Знаете, когда на ней Ярослав там включает, то можно хорошо поехать, но когда ваша команда включается, то она хорошо едет, а если она не включится, то... Без кадровых изменений никуда, вот даже вот по итогам собрания я уже видел, произойдут некоторые. Хорошо, но если взять этот опыт, какая ваша самая сильная линия, то есть нападение, защита? Мне кажется, что у нас баланс сейчас примерно одинаковый. Ну, атака... У нас, как бы, многое зависит еще от того, да, ты говоришь, стабильный состав, это в принципе так, но не всегда мы приезжаем сильнее, чем состав стабильный. Мне кажется, если бы мы сюда приезжали бы сильнее, просто мы бы навязали бы тому же Альянсу, Нике, Спарте, Голливуду, мы бы навязали борьбу за призовые места. Mm-hmm. Ну и скажи просто, является ли команда банка командой стандарта? Нет. Да, нет. Ну, пропускаем со стандартного времени. То есть можно сказать, да? В принципе. Хорошо тогда, спасибо большое за. Хотел бы, что ты сделал? Пожелание своей команды тоже так на интервью. Улыбался, радовался за своих.
Коллег, могут это пожелать команде что-то? А, да, я скажу от всей команды, мы очень здорово провели время сегодня и вообще вот за последние 4 года все было здорово, все было круто. И мы желаем вам, чтобы побольше команд, чтобы вы расширялись, чтобы заявок было миллион и вы улучшались каждым годом. Спасибо большое.